Итак, в этом видео мы поговорим о веб-камере Logitech Meetup для видеоконференций. Вот, значит, такая веб-камера, которая, значит, здесь уже встроен микрофон, также динамики, то есть отсюда может выходить звук. Соответственно, камера, которую можно управлять при помощи пульта, то есть вручную можно ее двигать, настраивать, увеличивать зум, соответственно, прибавлять громкость. Также есть управление там, отключить микрофон и так далее. Также есть встроенный Bluetooth, можно подключить телефон и проводить конференции, к примеру, с телефона. Также, значит, можно подключить дополнительный микрофон. Значит, в его микрофон радиус действия 4,5 метра. Также можно подключить дополнительный микрофон. В нем, значит, кабель свой около 5 метров, который можно подключить, соответственно, использовать. Также на него сенсор, который отключает микрофон и, соответственно, активирует его. Если этого недостаточно, радиус действия у микрофона 2 метра. Если недостаточно, можно приобрести отдельный кабель, к примеру, на 10 метров. Вот в такой упаковке он приходит, соответственно. Подключается тоже очень просто. Подключаете кабель расширения. И также есть специальная вот такая заглушка, которую можно соединить. Так, сама камера как работает? Сейчас мы, значит, посмотрим. Камера сама, в принципе, рассчитана на 6 человек, вот, для конференции. Но если, допустим, брать выносной еще микрофон, можно его использовать на 8 человек. Итак, значит, переключимся на камеру. Вот она, наша камера. В данный момент сейчас работает у нас камера, смотрим, значит, Logitech Meetup, как она показывает. Далее динамики тоже Logitech Meetup, можно послушать, как это звучит. Так, микрофон, мы видим тоже, что он работает, реагирует нормально. Соответственно, и качество картинки. Так. Ну, качество картинки, значит, HD и Full HD возможен. Вот, в принципе, я поставил стаканчик. Соответственно, вот как он показывает его. Вот. Можно, соответственно, что сделать? Можно приблизить, соответственно. И посмотреть, в принципе, качество изображения. Вот такое устройство, которое можно использовать для видеоконференций. Очень хорошее, также универсальное. Можно его использовать с любым программным обеспечением, с любым программным обеспечением. Так как это просто выносная хорошая веб-камера с хорошим микрофоном и, соответственно, спикерами.